Добрый вечер. Ну что, поздравьте меня, я стал партнером YouTube. Что это означает? У меня теперь больше 1000 подписчиков. Я подсоединил к своему YouTube каналу аккаунт AdSense. Вот, и теперь буду зарабатывать несколько сот рублей в месяц на том, что будут показывать видео на моем канале. На самом деле они показывались и раньше, но в один момент прекрасный YouTube ввел ограничения минимум 1000 подписчиков, и я их где-то 1,5 года собирал. То есть только сейчас вот достиг этого уровня, примерно еще недельку они что-то там проверяли, что там допустимый как бы контент на моем канале. Вот и подключили эту функцию, и вот буквально уже скоро рассчитается первая статистика, сколько я буду зарабатывать. Вот как же достичь этого числа подписчиков? То есть на самом деле мой канал был запущен где-то формально там с 2015 года, но какое-то там первое видео, которое привлекло много участников, это было видео про то, как стирать подушки в стиральной машине, перьевые, пуховые. Вот. А потом, соответственно, я стал туда, ну, добавлять какие-то видеоролики, которые снимал там, не знаю, за рубежом во время отдыха, какую-то рекламу, там, не знаю, Avon. Вот, то есть что-то снимал специально. Вот какие-то многочисленные видеоархивы у меня были, а-ля там утренник в детском саду. Какие-то видео снимал просто по пути на работу. Например, у нас тут строилось метро Беломорское и так далее. То есть, и поэтому постепенно число подписчиков росло. Я стал, естественно, как многие делают видео, агитируя за то, что подписывались на мой канал, ставили лайки. Вот это все принесло результаты. Вот на самом деле это доход, конечно же, абсолютно небольшой. Вот я такой начинающий блогер. И поэтому это просто ради удовольствия, ради того, чтобы поделиться интересующими меня вопросами. Вот, ну, может быть, себе поставлю какую-то более профессиональную камеру. Сейчас на обычную веб-камеру здесь вот снимаю. Ну, еще есть у меня Nikon D5100, на которой я тоже снимаю видео. Вот сейчас купил профессиональный, ну, такой полупрофессиональный микрофон относительно недорого на AliExpress, Fine какой-то, вот, или FL Fine. Вот тестирую на нем сейчас уровень звука. Так что, если у вас будут вопросы, то пишите их в комментариях к этому видео. Где-то у меня есть еще видео краткое о том, что же смотрят люди на моем канале. Вот большое спасибо за внимание.